Наше путешествие по Восточному Тибету начинается в Дерге, бывшей столице крупнейшего королевства в тибетской области Кхам. Сейчас в Дерге живут приблизительно 70 тысяч человек. И как во всех крупных тибетских городах, влияние Китая узнается по растущему количеству зданий из стали и бетона. Однако существует исторический тибетский район города, где почти все дома выстроены традиционно, из дерева. Самое большое здание слева внизу – это знаменитая типография Дерги. Вверху, справа, виден самый большой монастырь в городе – Сакья-Гёнчон. Это Дерги Парханг, типография города Дерги. Она была заложена в 18 веке тогдашним королем. Сегодня это одна из немногих буддийских построек, уцелевших во время китайской культурной революции. В течение многих лет здесь производились деревянные оттиски, используемые для печати более чем 4000 буддийских текстов всех школ тибетского буддизма. С помощью этих деревянных оттисков печатаются книги традиционным для Тибета способом – вручную. Команда из двух человек работают, соревнуясь друг с другом. Побеждает тот, кто первым напечатает определенное количество страниц. Чтобы увеличить срок службы деревянных оттисков, их время от времени покрывают маслом из молока яка и сушат на солнце. Здесь исправляют орфографические ошибки. В данном случае в печатный оттиск необходимо вставить новый кусочек дерева, в котором вырежут новую букву. Производство новых печатных оттисков – одна из самых тонких работ. Сначала на оттисках пишут зеркальное отображение букв, а затем вырезают их очень острыми инструментами. Эти мужчины изготавливают молитвенные флажки. Подобно процессу производства книг, здесь на ткани также печатается текст или орнамент. Молитвенные флажки, развиваемые ветром в пространстве, развешиваются в Тибете, чтобы распространить хорошие пожелания. Существуют различные виды молитвенных флажков для разных целей. Это Сакья-Гёнчон, главный монастырь школы Сакья, одной из четырех основных буддийских школ Тибета. В этом районе Дерги Сакья традиционно является доминирующей буддийской традицией. В монастыре нас встретил высший лама Санам Вангпо Ринпоче. Во время культурной революции Ринпоче провел много лет в заключении в Китае. Он был обвинен и арестован под обычным для сановников предлогом – эксплуатация фермеров. После освобождения, несмотря ни на что,
Он остался в Тибете и в настоящее время является главой школы Сакья в Дерге. Ринпоче рассказал нам, что он познакомился с Шамаром в то время, когда они вместе ходили в школу в Тибете. На наш вопрос о том, есть ли еще в Кхаме живая традиция йогов, он рассказал нам об одном йогине Сакья, который провел 30 лет своей жизни, медитируя в ретрите, и умер лишь несколько дней назад. Он скончался, сидя в позе медитации. После его кремации его язык, глаза и сердце были найдены в пепле, сплавленными в один комок. Он посоветовал нам посетить места, где хранятся эти реликвии, чтобы мы могли снять и показать их людям на Западе. Он написал для нас письмо, которое должно было обеспечить нам беспрепятственный доступ к реликвиям. Он заверил нас, что высшие методы медитации буддизма алмазного пути не умерли. Напротив, в наше время они все шире распространяются в Тибете. В одном из магазинов в Дерге мы обнаружили эту фотографию реликвии йогина Нигма, который недавно умер в Индии. На снимке видны фрагменты его кости с самопроявленными Будда-формами. Такой кость йогина была найдена в пепле после его кремации. На ней можно различить формы Будды безграничного света, любящих глаз, гуру Ринпоче, Тары и ступы. Из Дерги мы начали свой путь к горам. Сейчас в Кхаме середина сентября, бабье лето. Этот монастырь на горе носит название Дзонгсар. Он является одним из значимых монастырей школы Сакья. Он приобрел известность в XIX веке, во время так называемого «возрождения кхампов». Этот человек – кхампа. Их можно узнать по красной ленте в волосах. Он завершает работу над камнем Мани, на котором высечена мантра «Ом Мани Пеме Хунг». Дзонгсар известен своей шедрой, монастырским университетом, в котором более 500 студентов изучают буддизм. Подобно почти всем тибетским образовательным учреждениям, шедра предназначена только для посвященных монахов. В конце долины находится, пожалуй, самое значимое ретритное место школы Сакья в Тибете – Карга. Карга считается местом силы Будды, любящей глаза, и имеет давнюю йогическую традицию в школе Сакья. Во времена культурной революции все хижины были разрушены. В 90-х годах в Карга переехал Кхемпо Сенге, чтобы восстановить здесь традицию медитации. Первые 4 года он медитировал в одиночестве, пока постепенно вокруг него не начали собираться первые ученики. В настоящее время здесь живут более 300 монахинь и монахов со всего Тибета. Так выглядит изнутри типичная ретритная хижина. Единственный источник тепла – это настольная печь. Тханка Вирупы, индийского йогина, основоположника традиции Сакья. Каждый житель Карга должен обеспечивать себя сам и заниматься ежедневной работой, такой, как, например, колка дров или стирка.
Единственное, что напоминает здесь о 21 веке, это солнечные батареи-аккумуляторы, которые используются для генерации электрического света. Этот монах отдыхает в перерыве между медитационными сессиями. Обычная ретритная программа состоит из 4 сессий в день по 2-2,5 часа. Это самое маленькое жилище в Карго, ниша в скале, примерно 3 квадратных метра и около 1 метра 30 сантиметров высотой. Здесь нет какого-либо обогревателя. Этот монах живет здесь 3 года. В этом помещении нет кровати. Йогин сидит в своем ящике для медитации круглые сутки и старается не спать ночью, а продолжать медитировать. На вопрос о том, было ли трудно не спать, он ответил: «Первое время я терял сознание, а сейчас стало легче». Он и 150 монахов из Карго дали обет не возвращаться ни к мирской жизни, ни в монастырь. Одни из них остаются здесь, другие уходят в еще более уединенные места в горах. На этом склоне горы расположен новый район Карго, где находятся жилища монахинь. Так же, как и во всех других ретритных местах, которые мы посетили, в Карго женщин, посвятивших себя этому пути, больше, чем мужчин. Вначале на этом горном склоне были построены отдельные хижины. Сейчас строительство ведется более рационально. Все жилища соединены друг с другом. Таким образом, можно быстро удовлетворить потребность в жилье, растущую с приездом новых постояльцев. В Карго многие мастера медитации в течение прошлых веков достигали состояния так называемого радужного тела посредством медитации, в которой йогин в момент смерти трансформирует вибрации тела в свет и не оставляет после себя ничего, кроме волос и ногтей. Ретритный мастер Кхемпо Сенге, который провел много недель в Китае на лечении, сегодня возвращается домой. Ученики готовят ему встречу. В честь его возвращения ретритная программа приостанавливается на 2 дня, и в зале для медитации проходит празднование. С общим обедом и показом домашних видео об активности ламы. Это Кхенпо Сенге, основатель ретритного поселения в Карго и один из величайших мастеров медитации школы Сакья в Тибете. После утренней встречи в медитационном зале Кхенпо Сенге с учениками отправляются на находящуюся неподалеку поляну.
Они проводят время, бегая на перегонки или устраивая спонтанные представления. Можно заметить, что жители Карга — очень сплоченная община. Однако между монахами и монахинями постоянно сохраняется твердо установленная дистанция. Вечером у нас появилась возможность поговорить с Кемпо Сенге. В интервью мы расспросили его, существует ли разница между старыми ретритными поселениями йогинов прошлых веков и современным Карга. Он ответил, что в былые времена йогины перелетали с горы на гору. Сегодня же вы больше не увидите никого, кто мог бы летать. Сейчас настало то время, когда буддизм постепенно исчезает в Тибете. Именно так, как предсказал Будда Шакьямуни. Даже в школе кармы Кагью тибетского буддизма, которая известна своими великими йогинами, такими как Миларепа, сегодня нет никого, кто мог бы летать. В конце разговора Кхемпу Сенге поинтересовался медитациями, которые мы делаем на Западе. Мы показали ему медитационную брошюру с оригинальным тибетским текстом в приложении. Прочитав его, он задал нам несколько вопросов. Ему было интересно узнать, насколько хорошо люди на Западе осведомлены о медитации. Его заключительными словами были: «Вы всегда должны точно знать, что вы делаете, когда медитируете». Перед нашим отъездом Кхемпо Сенге показал нам еще одну видеозапись, сделанную его учениками в конце медитации Пхова. Во время этой практики медитирующие учатся в момент смерти отсылать свое сознание в мир смысла и радости. В качестве внешнего знака успешной практики в черепе практикующего появляется небольшое отверстие, через которое сознание покидает тело в момент смерти. В Тибете после такого курса в это отверстие вставляется травинка, чтобы продемонстрировать успешные результаты медитации. Наш следующий пункт назначения находится в стороне от всех дорог. Мы направляемся в одну из пещер, в которой 1300 лет назад медитировал первопроходец алмазного пути в Тибете, индийский йогин Гуру Ринпоче, или Падмасамбхава. Для нашего семидневного путешествия по горам у нас были две лошади, на которых мы перевезли провизию и снаряжение. Okay.
И вот наша цель – две скалы под названием Пема-Шелпук или пещера кристального лотоса. Гуру Ринпоче говорил, что Пема-Шелпук является самым святым и мощным местом во всем Тибете. В этом месте он находился со своей тантрической партнершей Еше Цогьял. Спустя много веков в Пема-Шелпук были обнаружены скрытые поучения Гуру Ринпоче, описывающие природу ума с точки зрения йогина. Эти поучения стали основой школы Нигма тибетского буддизма. Это меньшая из двух пещер Пема-Шелпук. В ней медитировала Еше Цогьял. А это пещера Гуру Ринпоче, перед которой позже был построен дом. В Пема-Шелпук мы встретили йогина, который медитирует здесь 5 лет. Несмотря на то, что все это время йогин сохранял обет молчания, он согласился встретиться с нами и ответить на наши вопросы, прервав на это время свой обет. Позади на полке книга Миларепы, выдающегося тибетского йогина, достигшего полного просветления примерно 900 лет назад. Его жизнеописание является самой читаемой книгой в Тибете. Ничего из того, что вы видите в этой комнате, не принадлежит йогину. Кроме его одежды, у него нет никакого имущества. Это его лама, Адзом Другпа. Без доверия и преданности настоящему ламе йогин не может достичь результатов в медитации. Деревянная коробка, в которой сидит йогин, единственный предмет мебели в его комнате. Он проводит в ней день и ночь в вертикальном положении. На этих кассетах буддийские поучения. Йогин может слушать их на магнитофоне, который питается от солнечных батарей. Первые 2 года у него были серьезные сложности с зимними холодами. Температура здесь достигает минус 30 градусов. Он дал обещание не прерывать свой ретрит ни при каких обстоятельствах, а также больше не возвращаться к мирской жизни. Он не покинул это место, даже когда умерла его мать. Единственная физическая деятельность нашего йогина – 3 вечерних обхождения вокруг скального образования, так называемые кора. На скамах Пема-Шелпук находится много самовозникших знаков. Вот тибетская буква А. Сам Гуру Ринпоче оставил этот гигантский символический отпечаток ноги. Полагают, что отсюда, из треугольной расщелины в скале, Чогьюр Лингпа извлек скрытые поучения Гуру Ринпоче. И отпечаток ноги Еше Цогьял. На нем можно различить отдельные пальцы. Каждый 15-й день месяца йогин делает подношение благовоний.
Основную пещеру, в которой медитировал гуру Ринпоче, расширили до небольшой медитационной комнаты. А это гуру Ринпоче. В 8 веке он был приглашен из Индии в Тибет королем Трисонгдеценом, чтобы принести сюда учение Будды. Легенда гласит, что даже в наше время дакини, танцующие в небесах, навещают это место и в сумерках танцуют в пространстве, подобно снежинкам на метру. Тибетский орел – мощная хищная птица. Он может достигать 1 метра 20 сантиметров в высоту. Мы покидаем Пема-Шелпук и пересекаем перевал высотой 5000 метров. Мы находимся на крыше мира. В самых высокогорных местах тибетцы сооружают небольшие башни с реликвиями, ступы, и развешивают молитвенные флажки, чтобы благословить и защитить свои долины. Последний взгляд на пещеру кристального лотоса. Наша следующая цель – Кармо Такцанг, или логово белого тигра. На этой высоте в Тибете уже наступила осень. Склоны горы превращаются в море из багрово-желтых красок. Женщина Кхампа с традиционным драгоценным камнем в волосах. Тибет с самой красивой своей стороны. Последний лесной участок пути в Карма-Такцанг весь увешан молитвенными флажками. Эти молодые люди проводят здесь 5 лет своей жизни. Они проходят традиционную подготовку лам и осваивают различные методы медитации. За эти 5 лет им разрешается 1 раз в год в течение 3 дней посещать празднование тибетского Нового года – Ласар.
Через 5 лет они возвращаются в свои монастыри, чтобы учить там буддизму. Повар. Вход в логово тигра, который обычно закрыт. Никому, кроме тех, кто сдает и принимает экзамен, не позволено входить в эти пещеры. Реки – единственный способ транспортировки бревен. В этой местности нет дорог. Здесь, в ледяной воде, мужчины выполняют тяжелую работу. На входе в каждую деревню находятся такие монументы просветления под названием ступы и стены камней мани. Утром и вечером жители деревни собираются, чтобы пройти вокруг них. Исторический Будда учил, что с помощью этого простого действия можно продвигаться к просветлению. Эти молодые монахи – паломники в столицу, Лхасу. Они передвигаются исключительно посредством простираний, буддийской практики, во время которой растворяются блоки во внутренних энергетических каналах. На данный момент у них за спиной 7 месяцев путешествия, им предстоит еще 9. Они делают по 2-3 тысячи простираний в день. Обрезки автомобильных шин защищают их обувь, а кожаные фартуки – одежду. Они скользят руками по асфальту на деревянных колодках. Мы спрашиваем, прерывалось ли их путешествие из-за снега. Они отвечают, снег не проблема, так даже скользить легче. В такси наш водитель показывает нам своего учителя, Ламу Дорджала, дикого йогина с дредами, который 30 лет медитировал в уединенной хижине. Передняя панель тибетской машины оформлена как алтарь и является отличным источником информации. Когда кхампам выдается шанс принарядиться, они используют его. Вот как здесь, на торжественном приветствии новой инкарнации ламы, который управлял этим монастырем в прошлой жизни и впервые вступает в него в этой. Как выяснилось позже, это был случай с купленным ламой, который был найден после того, как его богатая семья заплатила монастырю. Синие мигалки на машинах ясно показывают, что церемония организована китайской администрацией и Народно-освободительной армией. И, разумеется, единственные, кто может приветствовать юного ламу перед его въездом верхом на лошади в свой монастырь, это представители китайской администрации. Если бы это был настоящий лама, пришли бы тысячи тибетцев. Thank you.
Якундо – это большой город северного Кхама, местность, где мы хотим увидеть реликвию – глаз, язык, сердце недавно умершего ламы. Мы добрались до деревни, где умер этот йогин в ненастную погоду. Жители деревни рассказывают нам удивительные истории из тех, что им довелось пережить за 30 лет со своим ламой. Письмо Ринпоче из Дерги открывает нам все двери. Нас провели в дом, где умер йогин. Его ритуальные предметы. Портрет, который сделали его ученики. Фото ламы Нарзанга в его молодые годы. А это он спустя 5 дней после смерти. Он умер в позе медитации, и его сердечный центр оставался теплым еще 5 дней после смерти. Это видео было записано одним из его учеников. Затем они вынесли его из дома. Его ретритная хижина расположена на склоне, в 40 минутах ходьбы от деревни. Считается, что в этом домике до него медитировало бесчисленное количество йогинов. Его последнее путешествие к месту кремации в печи, специально для этого построенной. В этой хижине он медитировал последние 30 лет своей жизни. Это его ящик для медитации. Все годы он отклонял предложение жителей деревни установить в его комнате печку. Отсюда он отвечал на вопросы жителей. Они могли общаться с ним через это окно, не имея возможности видеть его. Эта долина с ее большими пещерами используется йогинами, желающими провести время в длительном ретрите. Здесь также есть отпечатки ступней на скалах. Так йогины наглядно демонстрируют, что суть всех явлений подобна сну. На этой серии фотографий мы видим ламу Норзанга, где он проводит танец лам на крыше своей медитационной хижины. В момент начала кремации вокруг солнца появились 2 радуги. Субтитры создавал DimaTorzok.
В течение следующих дней на искусственных цветах, которыми была украшена кремационная печь, появились маленькие белые жемчужины. Тибетцы говорят, что такие жемчужины появляются из сожженных костей йогинов, как их прощальный подарок своим ученикам. После кремации печь будет запечатана на 7 дней. Даже эта грязь не может остановить тибетцев в их преданности. Через 7 дней печать снимут, и пепел переберут на предмет поиска реликвий. Необычная находка. Глаза, язык и сердце ламы сплавились в одно целое. Для монахов это причина огромной радости. Только теперь, благодаря этому знаку, все смогли увидеть, что лама Нарзанг был действительно великим йогином. Реликвии будут храниться в этом ящике. В течение жизни большинство йогинов держат степень своего постижения в секрете. Лама Нарзанг со своими ближайшими учениками последний раз благословляет жителей деревни реликвиями. Нам позволили взглянуть поближе на эти реликвии. Оба глазных яблока, сердечная мышца и язык. Лама Нарзанг всю жизнь медитировал на этот аспект — Наро Кхачома. Гочегомпа — монастырь школы Карма Кагью. Это старейший лама монастыря. Ему 82 года. Он последний живой свидетель, который может рассказать о китайском вторжении 51 года. Тогда все 500 обитателей монастыря бежали в горы, спасаясь от китайцев. Через 4 месяца только 40 из них остались в живых. Остальные умерли от голода и холода или были застрелены. На этой фотографии 16-го кармапы, главы школы Карма Кагью, изображение его защищающего аспекта в его сердечном центре, оно обнаружилось во время проявления пленки. На самом деле он хотел провести остаток своей жизни в ретрите в горах. Только недавно он опять вернулся в монастырь, когда жизнь в пещерах стала слишком сложной для него. В Гочегомпа мы узнали о ретритном месте школы Баром Кагью, в котором, как считается, сохранилась вековая непрерывная традиция йогинов. Мастер этой медитационной школы считается одним из величайших йогинов, живущих сейчас в Кхаме. Монастырь Кёдрак традиции Баром Кагью расположен в нескольких часах езды на джипе от ближайшего города. Самое примечательное здание в комплексе монастыря — это башня.
Это копия башни, которую Миларепа, основатель традиции йогинов в Тибете, построил для своего учителя Марпы. Оригинал до сих пор, спустя 950 лет, стоит в Южном Тибете. В помещениях этой башни находятся статуи держателей традиции Кагью и ее наиболее важные медитационные аспекты. Миларепа. Карма Норбу, наверное, величайший йогин последнего столетия в Тибете. В горах над монастырем находится богатое традициями ретритное место – Лачи, названное так в честь места, где некогда медитировал Миларепа. В нижней части горы получают образование новички. Большинство учеников должны сначала научиться читать и писать, прежде чем они смогут начать свою медитационную практику. Это мастер медитации Цултрим Дудула Ринпоче, который носит титул Лачи Сидха. Сидха означает «тот, кто развил сверхъестественные способности». Раньше йогины Лачи жили исключительно в пещерах. Все эти здания были построены после 1978 года, по окончании культурной революции, когда китайцы ослабили запреты на религиозную практику. Необычайно большой отпечаток ноги на утесе, который приписывается гуру Ринпоче. Легенда гласит, что гуру Ринпоче в гневной форме Дорджи Дролла прилетел сюда верхом на беременной тигрице. Тигрица приземлилась на этой скале и оставила эти 7 отпечатков лап.
Это репа Цултрин Торчин в своих белых хлопковых одеждах вместе со своим главным учеником. 3 года назад он оставил эти отпечатки ног в скале. До постройки этого дома Цултрим Торчин сидел на выступе скалы в течение 6 лет, в любое время года и в любую погоду. И вот он, величайший из живущих ныне йогинов Тибета, репа Цултрим Торчин. Величайшие учителя всех школ медитации приходят в Лачи учиться у него. Вот уже 18 лет он медитирует в Лачи. И он дал обет никогда не покидать это место. Говорят, что он питается только 6 зернами ячменя и несколькими глотками воды в неделю. Репы практикуют очень глубокую медитацию, туммо, или внутреннее тепло, в качестве побочного эффекта, в которой в теле возникает жар. В качестве внешнего знака репы даже зимой не носят теплую одежду, только тонкие хлопковые одеяния. Дословный перевод слова «репа» – тот, который носит хлопок. Молодое поколение Лачи. Все дети приезжают сюда по своему желанию. Некоторые уже в 6-летнем возрасте. Один маленький мальчик был очень диким и не поддающимся воспитанию. Отчаявшись, его родители попросили высокого ламу помочь, и он посоветовал отвезти их ребенком к йогинам, к Лачи. Как только ребенок прибыл, его как будто подменили. Наша следующая цель – старейший монастырь Карма-Кагью в Тибете, главная тибетская резиденция Кармап в Кхаме. Маленькая тропа ведет из этой долины через ущелье к монастырю, построенному первым Кармапой 850 лет назад. Кармагён. Во время культурной революции местные жители защищали свой монастырь настолько отчаянно, что китайцы не полностью его разрушили, и фундамент здания сохранился. Основные ремонтные работы внутри уже закончены, но можно лишь догадываться, насколько ослепителен был этот мощный медитационный зал до разрушения. Эта 8-метровая статуя Будды была воздвигнута вторым Кармапой. Он получил подношение для этого проекта 750 лет назад от своего, пожалуй, самого важного по статусу ученика – китайского императора. Кармапы, те, кто носят черную корону, были предсказаны историческим Буддой Шакьямуни. Они первые сознательно перерождающиеся ламы Тибета – и единственные, кто оставляют перед смертью все детали следующего рождения. Перед смертью большинство кармап оставляет письмо с информацией о месте своего следующего рождения
и своих будущих родителях. В Тибете Кармапа известен как король йогов. Сильно поврежденные фрески 15 века изображают линию просветленных держателей школы Карма-Кагью, которая восходит к первому тысячелетию. Чтобы переживать вневременную высшую радость, что является целью в буддизме, необходим лама, который познал природу ума, непрерывная линия передачи опыта, достигших высшего постижения мастеров в школе Карма-Кагью, восходит к историческому Будде Шакьямуни. Индийский махасидха Наропа, благодаря которому особые методы медитации йогинов попали в Тибет. Эти отпечатки копыт на скалах, по преданию, оставил здесь Дорджи Лекпа, защитник школы Карма-Кагью, который, по преданию, ездит верхом на козле. Эти отпечатки были обнаружены только несколько лет назад в непосредственной близости от монастыря. В этой горе над монастырем находится пещера, в которой долго медитировал основатель Кармагёна, первый Кармапа Дзюсюм Кхенпа. Пройдя через этот туннель, оказываешься в ущелье, в конце которого находится пещера, похожая на расщелину в скале. Пещера очень узкая и уходит примерно на 10 метров в глубину скалы. В конце нее – место, где медитировал Кармапа. Эта поляна перед монастырем, окруженная деревьями, служила кармапам местом для посвящений. Во время ритуала, проводимого на буддийских посвящениях, лама передает свой опыт истинной природы ума своим ученикам. Без этой прямой передачи ученики не могли бы достичь результатов в своей медитационной практике. Впереди на поляне алмазный трон кармап. На противоположной стороне стоят ступы с реликвиями первых трех держателей линии Карма-Кагью. Центральная ступа содержит останки первого Кармапы – Дзюсюма Кхенпы. Деревья, окружающие это место, из Китая. Второй Кармапа, Кармапакши, 750 лет назад принес оттуда саженцы, когда монгольский предводитель, господствующий тогда в Китае, Хубилай-хан стал его учеником. Расположенный в живописном месте монастырь Папунг, главная резиденция Ситуп, одной из линий перерождения в школе Карма-Кагью. Этот человек – живой динозавр. Ему 99 лет. Немногие из нас видели 16-го Кармапу, а он принял прибежище у 15-го Кармапы. Он был ретритным мастером в соседней Цандра Ринчандрак в течение 70 лет. Сейчас он глух и может видеть только одним глазом. Когда мы приехали, он спонтанно благословил нас, прочтя этот текст. В этом доме живет Сангжи Кандро, единственная женщина-буддистка, которая обладает духовным весом в обществе, не будучи посвященной монахиней. Ее отец с молитвенным колесом. Уже когда она была маленьким ребенком, у нее были видения Гуру Ринпоче. Позже она медитировала 7 лет в ретрите,
во время которого она привязывала свои волосы к потолку пещеры, так, чтобы она могла всю ночь сохранять медитационную вертикальную позу. Сангже Кхандро, кроме того, известна своими интуитивными прозрениями. Люди приходят к ней и просят сделать мо, заглянуть в будущее, когда необходимо принять сложные решения. За 3 месяца нашего путешествия мы встретили несколько групп паломников, но никогда не видели такого молодого участника. Этому мальчику 5 лет. Мы спросили монахинь, зачем они взяли ребенка в такое долгое и трудное путешествие. Они сказали, что пытались отговорить его, но мальчик настоял на том, чтобы идти с ними. Сначала монахини беспокоились, что у него не хватит сил выдержать физические нагрузки. Поэтому сначала они проверили его на короткой дистанции. Но, как выяснилось, мальчик очень силен и настолько целеустремлен, что всегда оказывается впереди всех. Он даже не останавливается, чтобы ответить на наши вопросы. Эта гора названа в честь женского Будда-аспекта «Красная мудрость» или Дордже Памо. И тибетцы утверждают, что она живет на этой горе. На ближайшем холме маленькое ретритное место, где обитают несколько монахинь и 3 монаха. Эта река течет необычно. Она течет сквозь гору Дордже Памо, а не огибает ее. Ретритный мастер этого места – йогин школы Кармакагью, который медитирует здесь последние 24 года. Его учителем был Карма Норбу, чьи фотографии мы часто встречали во время нашего путешествия. Карма Норбу был величайшим тибетским йогином прошлого столетия. Сам 16-й Кармапа даже выбрал его учителем для передачи особых йогических медитаций алмазного пути. Рассказывают бесчисленное множество необыкновенных историй о Карма Норбу, которые показывают, что законы природы его совсем не ограничивали. Когда Кармапа покинул Тибет в 1959 году, он попросил Карма Норбу остаться в Тибете и позаботиться о выживании йогической традиции. И он с несколькими учениками удалился обратно в горы. Таким образом, ему удавалось передавать свое знание, оставаясь незамеченным китайцами. Этот снимок его ближайших учеников был сделан 40 лет назад. Карма Норбу умер в 1984-м. На этом снимке 3 его главных ученика, собравшиеся вместе после его смерти. Слева сидит Цультрим Торчин, Репа из Лачи. Он считается первым учеником Карма Норбу, носителем всех качеств своего учителя. Другой великий йогин из Кхама. Он провел более 50 лет, почти всю свою жизнь, в ретрите. Когда он умер 5 лет назад, его не сожгли, как обычно, а обернули в белую ткань и оставили в его медитационной хижине. Только 2 его ближайших ученика оставались с ним и видели, как сверток с каждым днем все больше и больше сжимался. Когда они открыли его через неделю, его тело уже исчезло совсем. Во время умирания он трансформировал вибрации своего тела в энергию, реализовав так называемое радужное тело. Этот ребенок считается его перерождением. Двое величайших лам традиции Нигма,
недавней истории Кхама. Лама слева – Джигме Пюнцок, основатель Серта Ларунга. Серта Ларунг – крупнейшее буддийское учреждение Кхама. В этом сочетании монастыря и ретритного центра живут примерно 20 тысяч монахов и монахинь. Кхенпо Джигме Пюнцок основал этот центр 25 лет назад. Такое количество образованных тибетцев китайцы, конечно, оценили как опасность. 5 лет назад, после смерти основателя, они разрушили часть Серта Ларунга бульдозерами. Мы возвращаемся к священному озеру Йелун-Ладзо, чтобы навестить йогина, фотографию которого нам показывал водитель нашего такси несколько недель назад. Этот человек из деревни у озера рассказал нам историю, которая произошла прошлой зимой. Лама Дарджал отправился на только что замерзшее озеро. Так как лед был очень тонким, он провалился с головой и погрузился в ледяную воду. Одна женщина увидела это и позвала на помощь. Через 2 часа прибыла спасательная команда. Еще через час они освободили Ламу Дарджала из-подо льда. И еще 2 часа ушло на то, чтобы полностью его отогреть. Обычный человек до смерти замерз бы через 5 минут в такой ледяной воде. Лама Дарджал пережил такое переохлаждение, даже не заболев. За этими деревьями, 50 метров над озером, находится его хижина. Местные жители знают Ламу Дарджала как босоногого ламу, потому что он последние 25 лет не носит никакой обуви, даже зимой или во время путешествий. Он рассказывает нам об особенностях этого места, о воротах в скале и о волках и снежных барсах, которые здесь живут. Мы принесли несколько молитвенных флажков в подарок Ламе Дарджалу, которую он сразу попросил развесить своих учеников. Мы только собрались закрепить 2-й конец веревки, как Лама Дарджал взял инициативу на себя. Ему 64 года. Когда Лама Дарджал обнаружил изображение Кармапы и Гуру Ринпоче на молитвенных флажках, он решил, что они должны быть вывешены на самой высокой точке этого места. Эти 2 молодых монаха приехали к Ламе Дарджал на 2 недели, чтобы получить от него первые наставления по медитации «Внутреннее тепло». У них развелось глубокое доверие к нему, когда он несколько лет назад в их родной деревне вылечил несколько серьезно больных членов их семьи. У этого горного ручья с температурой воды около 0 эти 2 показывают, чему они научились за последние 14 дней. Они оба начали подготовку в буддийском университете совсем недавно, и до этой встречи с Ламой Дарджалом
У них не было никакого опыта медитации. После краткого периода концентрации они начинают лить ледяную воду себе на головы. От холода у них моментально появляются мурашки на коже. Однако во время всей получасовой практики никто из них не дрожал. Позже они рассказывают нам, что хотя тело и демонстрирует типичную реакцию на холод, ум не воспринимает эти проявления как холод. Даже наоборот, они испытывают приятное тепло во время медитации. Во время первой попытки они должны были остановить медитацию сразу же после первого ковша воды. Фото Ламы Дарджала в молодости, когда он начинал практику внутреннего тепла. Лама Дарджал объясняет своим ученикам более сложные формы этой медитации, когда практикующий учится сознательно регулировать движение энергии в энергетических каналах тела. Через 3 дня мы покинули Ламу Дарджала и загадочный мир йогинов Тибета. Men don't
Dieu Jésus.